Тематические мероприятия прошли в 16-й школе в День здоровья 13 сентября. На одном из них побывали и мы. В игре по волейболу приняли участие команда учителей и команда учеников 11 класса. Сегодня в нашей школе прошел единый день здоровья, который мы назвали «Марш здорового образа жизни». Буквально с первого звонка у нас начались уже мероприятия в рамках этого единого дня здоровья. Например, 11-классники проводили сегодня вместе с 10-м классом утренние гимнастики и физкульт-минутки в классах. Прошли некоторые классные часы в старших классах. Что касается вторых, третьих классов, пятых, восьмых, то здесь детей порадовали веселыми стартами под названием «Физкультура». Болельщики поддерживали команды плакатами и разными кричалками, а участники играли с большим азартом, ведь такие игры проходят не каждый день. Мы чаще с детьми видимся на занятиях, на уроках, но, как показывает практика, именно мероприятия внеурочного характера больше сближают нас. И вот сегодняшнее мероприятие еще одно тому подтверждение. То есть здесь, как мы всегда говорим, нет проигравших, нет победивших, а есть единая команда, учителя и дети. И каждый из нас рад за победу другого и сочувствует поражению. Товарищеская игра закончилась со счетом 2-0 в пользу учеников 11 класса. Заместитель директора Татьяна Кусакина поздравила участников и вручила сладкий подарок победителям. Заряженные положительными эмоциями, учителя и ученики с улыбками пошли на уроки.